Такие у нас роботы-доставщики. Скоро будем жить без почтальонов. Сейчас разъедутся. Каждый по своему маршрутику. Ну вот. Привет-привет. Сегодня вторник, 16 апреля. Мы приехали в лес. Утром занимались каждый своими делами. А сейчас после обеда все приехали в лес. Пойдем покажу. О, Лан уже шишки нашел. Там птички в гнездышко. Подтяну поближе, видно вам? Один сверху, одно гнездо, второе снизу. Вот какие красавцы. Ну и детки там есть, кажется, уже выше. Как эти цапли высоко сидят с детками. Приблизила уже, все ближе. А, Кармен на большую горку. Пошел дождь, переждем в кафе. Дружно. Детям мороженое? Как что за мороженое? Клубничное. Тел? Манго с малиной. И шоколад. А у нас байбе чай, как всегда. На улице все еще дождь. Не знаю, дождемся, когда он кончится или нет. А мы так еще сидим в кафе. Но теперь дети занимаются разукрашиванием. Или как-то, ну, посмотрите, снова есть балл. Мама, я отбираю. Мама, you help me? Да, мама, помогу. То мама, полейте. Вот, лап. А? Бабочка Арманда. Бабочка Александра. Арман со своей бабочкой. Не прошло ни 3 часа, но он все еще красит. Ну вот, убиваем время танцами, пока дождь кончится. Вот и Нулан закончил свою бабочку. Все, пошли гулять. О, хорошо, никого нет после дождя. Свежо. Но наши дети не поиграются. Хоть погуляем. Я не знаю, что такое, но цветет и пахнет. О, олень. Это называется с детства уже олень. Вау. Ну, что сказать? Главное, чтобы не сбылось. Красивые елочки. Большой паук. Ну? Опа! Ну и большие тоже, как маленькие. Ну ладно. Все. That go back? Папси тоже у Шарман? Если его русал, все мокрое. Ну ладно.
пытаемся все равно. О, хоть Арманд на большое кресло залез. Какие шишечки красивые, молоденькие. Не знаю, что это за елка такая, но она мягкая вся. Вот еще что-то цветет. Ну вот сегодня такое коротенькое видео. Дождь нам сегодня попортил всю малину. Ну ничего, хоть немного погуляли. Кресло дети нашли. О, опять дождь начинается. И стульчик мокрый тоже. Белочка, что она там делает? Лужица моется. Белочка на столике. О! Все, испугали. Побежала. Гу-гу-гу! Все, мы тоже спасаемся от дождя бегством домой. Пока-пока!